Трагедия обернулась празднование католической масленицы в американском городе Пас-Кристиан. Сразу после традиционного парада неизвестные начали расстреливать зрителей, которых собралось около 50 тысяч. По данным полиции, от полученных ран на месте скончались двое мужчин. Четверо раненых доставлены в больницу. Как рассказывают очевидцы, прозвучало как минимум 12 выстрелов, но люди решили, что это фейерверк. Сейчас полиция ищет преступников. В свою очередь, президент США выступил в Белом доме с требованием остановить насилие и вести к минимуму количество массовых расстрелов. Барак Обама призвал усилить контроль над выдачей и хранением огнестрельного оружия, а полицейским тщательнее следить за безопасностью на подконтрольных территориях.